Hello guys, how are you doing today? Yeah, welcome back to my channel. I'm here to react to Dimash, a sensational singer from Kazakhstan. He's got the greatest voice I've ever heard since this year 2022. He's an amazing singer. Обладатель гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015» Димаш Кудайберген, Казахстан. Димаш Кудайберген, Казахстан!
и море поклонников блестящего артиста на Славянском базаре. Браво! Спасибо! Похоже, сегодня Басков без цветов. Димаш Кудайберген, браво! Спасибо большое. Разрешите сказать пару слов от всей души. Хочу поблагодарить вас, дорогие зрители, за то, что когда я участвовал на Славянском базаре в качестве участника, помогли мне с моей карьерой. И Славянский базар для молодых артистов очень многое значит, действительно. Я от всей души хочу выразить вам огромную благодарность. Приезжайте в Казахстан. Спасибо большое! Рахмет! Димаш Кудайберген, Казахстан, спасибо! Вот это прием! Где-то там уезжает машина Баскова, друзья, я вижу. Section below. Do you like him? Wow, he's amazing. Thank you for stopping by. See you in the next video. Bye.